Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 548. Нам нужно найти значение выражения. И первый пункт. 675 019 плюс 88 892 делено на 284 и минус 98 603. Давайте сначала расставим порядок действий. В первую очередь будет выполняться деление, затем сложение и в последнюю очередь вычитание. И первое действие 88 892 нужно разделить на 284. И начнем делить с числа 888. И давайте попробуем взять по 3. 3 на 4 – 12. 2 пишем и 1 в уме. 3 на 8 – 24. 1 в уме – 25. 5 пишем и 2 в уме. 3 на 2 – 6 и 2 в уме – 8. 888 минус 852 будет 36. И девятку сносим и по одному берем. 1 на 284 – 284. 369 минус 284. 9 минус 4 – 5. 6 минус 8 – не вычесть, у тройки занимаем. 16 минус 8 – 8. И у тройки заняли, двойка осталась 2, минус 2, 0. И двойку сносим, 852. Делим на 284, а такое мы число получали, когда брали по 3. Снова берем по 3 и получаем 852 минус 852, будет 0. Деление закончили и получили число 313. Второе действие, 675 тысяч. 19 плюс результат первого действия, то есть 313. 9 плюс 3 – 12. 2 пишем, 1 в уме – 1 и 1 – 2, и 1 в уме – 3. 0 и 3 – 3. 5, 7, 6. 675 332. И теперь из этого результата, это третье действие, нужно вычесть 98 603. 675 332 минус 98 603. 2 минус 3 не вычесть, у тройки занимаем. 12 минус 3 будет 9, у тройки заняли, двойка осталась, ее и сносим. 3 минус 6 не вычесть, у пятерки занимаем. 13 минус 6 будет 7. У пятерки заняли, четверка осталась, у семерки занимаем. 14 минус 8 – 6. У шестерки, у семерки заняли, шестерка осталась, следующие шестерки занимаем. 16 минус 9 будет 7. У шестерки занялись 5, осталось. И пятерку сносим. Получаем ответ 576 729. Это ответ ко всему первому пункту. Второй пункт. 308 803 минус 75 152 делено на 176 и плюс 79 008. Здесь так же, как и в первом пункте, первое действие будет деление, второе будет вычитание, а вот третье сложение. И первое действие 75 152 делим уголком на 176 и начинаем делить с числа 751. И давайте попробуем взять по 4. 4 на 6 – 24. 4 пишем и 2 в уме. 4 на 7 – 28. И 2 в уме – 30. 0 пишем, 3 в уме. 4 на 1 – 4. И будет 7. 751 минус 704 будет 47. И пятерку сносим. И давайте попробуем взять по 2. 2 на 6 – 12. 2 пишем, 1 в уме. 2 на 7 –
14, 1 в уме, 15, 5 пишем и 1 в уме. 2 на 1, 2 и 1 в уме, 3. Вычитаем. 5 минус 2 будет 3, 7 минус 5 будет 2, 4 минус 3 будет 1 и двойку сносим. 1232 делим на 176 и берем по 7. 7 на 6 – 42. 2 пишем, 4 в уме. 7 на 7 – 49 и 4 в уме – 53. 3 пишем, 5 в уме. 7 на 1 – 7 и 5 в уме – 12. 1232 минус 1232 – 0. Первое действие закончили и получили 427. Второе действие 308803 минус 427. 3 минус 7 не вычесть, у нуля занимаем, у нуля не занять. Поэтому сначала занимаем у восьмерки. 0 тогда становится десяткой, у десятки занимаем. 13 минус 7, 6. У десятки заняли, девятка осталась. 9 минус 2, 7. У восьмерки тоже занимали, семерка осталась. 7 минус 4, 3. Восьмерку сносим, 0 сносим, 3 сносим. 308376 получили. И третье действие нужно к этому результату прибавить 79008. 6 плюс 8, 14, 4 пишем, и 1 в уме. 7 и 1 в уме, 8. Троечку сносим. 8 и 9, 17, 7 пишем, 1 в уме. 7 и 1 в уме, 8 и троечку сносим. И получаем ответ 387384. Третий пункт. 709907 минус 2 миллиона 480 тысяч 65 деленное на 413. Первое действие, здесь будет деление, второе вычитание. И первое действие 2 миллиона 480 тысяч 65 делим на 413 и начинаем делить с числа 2480. И берем по... Давайте попробуем по 6 взять. 6 на 3 – 18, 8 пишем, 1 в уме, 6 на 1 – 6, 1 в уме – 7. И 6 на 4 – 24. Вычитаем и получаем 2480 минус 2478, получаем 2, 0 сносим. 20 меньше, чем... 413, поэтому в частное дописываем 0 и еще одну цифру сносим. 206 меньше, чем 413, еще один 0 дописываем и пятерку сносим. И давайте попробуем взять по 5. 5 на 3, 15. 5 пишем, 1 в уме. 1 на 5, 5. 1 в уме, 6. 4 на 5, 20. 2065 минус 2065 будет 0. И получили 6000. 5. И второе действие 709907 минус 6005. 7 минус 5 – 2, 0, 9, 9 минус 6 – 3, 0, 7. Получаем ответ 703905. 2. И последний пункт, четвертый. 4 миллиона 789 тысяч 368 нужно разделить на 228 и из результата вычесть 2466. Первое действие деления, второе вычитание. И первое действие 4 миллиона 789 тысяч 368 делим на 228 и начинаем делить с числа 478. И давайте
Попробуем взять по 2. 2 на 6. То есть 2 на 8, 16, 6 пишем один в уме, 2 на 2, 4, 1 в уме, 5 и 2 на 2, 4. 478 минус 450, 6 будет 20, 2 и девятку сносим. 229 делим на 228, берем по одному, 229 минус 228 будет 1 и тройку сносим. 13 делим на 228, но 13 меньше, чем 228. Дописываем частное 0 и еще одну цифру сносим. 136 делим на 228. Опять получили число меньшее, чем делитель, значит, в частное еще один 0 добавляем. И восьмерку сносим. И берем по 6. 6 на 8 – 48. 8 пишем 4 в уме. 2 на 6 – 12 и 4 в уме, 16. 6 пишем 1 в уме. 2 на 6, 12 и 1 в уме, 13. 1368 минус 1368 будет 0. А ответ мы получили 21006. И теперь из этого результата 21006 нужно вычесть 2466. 6 минус 6 – 0. 0 минус 6 не вычесть, у нуля занимаем. Здесь нечего занимать, поэтому сначала занимаем у единички. 0 становится десяткой, потом занимаем у нуля. 10 минус 6 – 4. Здесь заняли, девятка осталась. 9 минус 4 – 5. Здесь заняли, 0 остался. У двойки занимаем. 10 минус 2 – 8. У двойки заняли, единичка осталась. И получили ответ 185. То есть 18540. И выполнили задание 548. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.